Приветствую всех! Сегодня у нас небольшой обзорчик на вот такой набор от фирмы Восточный Экспресс. Это у нас наборные траки. Такая вот небольшая коробочка. 35-й масштаб. Количество у нас сегментов 192 штуки пишут. Небольшая инструкция по сборке данных траков. Итак, в коробке у нас 8 абсолютно одинаковых ледничков. Они все были запакованы в целлофановый пакетик. Я просто уже распечатал. Такая вот коробка наизнанку, скрепленная степлером от того же Восточного Экспресса. Ну, в принципе, какая разница, какая коробка. Для нас главное ее содержимое. Итак, ледничок, значит, здесь у нас 12-24 трака на одном ледничке. Как я говорил, уже 8 ледников, 192 трака, в общем, у нас получается. Вот такое вот качество. С внутренней стороны у нас по 2 следа от толкателя на каждом траке. И на каждых траках есть вот с этой стороны, которые с одной стороны, да, есть небольшие у нас утяжины. Я думаю, неплохо их видно. Но, в принципе, в качестве альтернативы очень неплохие траки для модели того же Восточного Экспресса. Вот, к примеру, винил, который идет в комплекте Восточного Экспресса, он состоит из двух половина, которую нужно склеивать. Не всегда это получается очень красиво. То есть все это видно, приходится маскировать как-то грязью. Ну и качество самого винила, проливки вот этих траков. Ну вот отличие, в принципе, да, его очень хорошо видно. Как говорится, дешево и сердито. Не металлические, конечно, не смола, но за свои деньги они довольно неплохие. Работать можно. То есть можно и спрятать вот эти следы от толкателей. Можно вот эти утяжины точно так же зашпаклевать, пошпаклевать. Либо просто так собрать и запачкать их пигментом, грязью. И довольно неплохие траки получатся. Также, что удобно с данными наборными траками, ну не с именно данными, а вообще с наборными траками, что во время сборки, когда вы уже собрали полностью гусеницу, вам удобнее самим регулировать натяжение гусениц, либо наоборот провис. То есть как вот у меня получилось с винилом, да, гусеница сама по себе, она длинная была, и пришлось делать провис на ней феном. Сначала мы его там сделали, поставили заглушечки и потом феном нагревали, но немножечко не доглядел за температурой на фене, и вот получилась такая беда, что гусеница у нас виниловая расплавилась, и все, она пришла в негодность, уже с ней ничего не сделаешь. Что касаемо вот наборных, тут очень удобно, что вы в момент склейки, когда гусеницы немножко уже подсохли, да, не гусеница, а траки, но вся гусеничная лента, вы уже сами регулируете провес, как надо вам, и он уже склей, когда схватывается, все высыхает, все остается в том положении, как было вами задумано. В общем, вот так. В общем, вот такой вот обзорчик. Всем спасибо, до новых встреч.